Сегодня же Рустам Миниханов встретился с делегацией Турецкой конфедерации промышленников и предпринимателей. Они принимают участие в открывшемся сегодня мебельном форуме. С турецкими компаниями в республике есть несколько крупных проектов, в том числе Алабуга. Как признались партнеры, через сотрудничество с Татарстаном они готовы выйти на широкий российский рынок. Возможно, в республике появятся турецкие мебельные фабрики.